Выясняли отношения в греческих Салониках. Центр города стал полем битвы между фермерами и полицейскими. Многотысячный митинг аграриев против повышения налогов и пенсионной реформы прошел вполне мирно. Однако позже несколько сотен его участников попытались прорваться на международную сельскохозяйственную выставку, которая как раз должна была открыться. Стала теснить кордоны полиции. Чтобы утихомирить фермеров, стражам порядка в ответ пришлось применить спецсредства. Слезоточивый газ и светошумовые гранаты рассеяли нападавших, но торжественная церемония открытия выставки была безнадежно сорвана. А министр сельского хозяйства Греции, который должен был провести мероприятие, возложил всю вину на группу провокаторов и ультраправых и выразил надежду, что большинство фермеров не имеют с ними ничего общего.